Що за патроли? Сам знаєш, що віде шпила. Дуже чесно. Ну, здорово було. А як? Ще й комплекту. Хороший. Борг, ви що, вже почали патроли випускати? Уже будуть? Ну, добро. Дайте сьогодні. Ви сьогодні покажете? Приїдіть, постріляє. Він на скільки виставили десь розшивали. А це там Макс вже собою. І повіз один апробу. Це пізнати душі діляшки. Це так, це пізно сьомне. Це хотіли просто дошником привезти, щоб ми з ним сьомне. Душити, які І от я просто типа не люблю, да? Ні, да. Ну так. Нічого не буде. Салочку знімаєш. А он там не вже без варіантів, да. Може, може, в одному полі день. Все в одну і центр. Дорогу центр. Ну так. Я понял. Это просто по факту. Это контрящая штука, по факту уже зацепами как бы его. Да, да, да. Шоу, так сказать. В принципе, так. Разрезы. А вы видели, как люди там стреляют, типа, какой-то пустой, он разрывается. Ну, он пока стеклянный. Да, да, стеклянный. Как это потом происходит. Интересно. Смотрим, что показывает. Теперь будет еще такое. А когда они в серию пойдут, неизвестно. Ну, урона просто что попало. Ну, это я с следующим закрытым. А как кто-то другой тип? Ну это был предыдущий. А, это уже доработка. Да, это уже доработка, да. Ну тут по 308. Да. Что я вам хочу сказать? С бронер на месте не стоит. Делает такие цацки интересные новые. Правильно? Да, бронер на месте не стоит. Так, я, честно говоря, думал, что вот эта коробочка у вас просто так. Расскажите о своих... На самом деле коробочки не просто... Эти коробочки действительно просто так, потому что внутри ничего нет. Да, я понимаю, но написано «Сброяр», патрон такой-то. Что это значит? Это значит, что патрон мы слышите, да. Это значит, что мы на следующем году планируем выпуск «Сброяр». А в следующем году, в начале года или как? В следующем. То есть расплывчатые пока планы, да? Да, расплывчатые, но следите за анонсами. Не, ну это понятно, куда мы денемся. Мы всегда ищем что-то хорошее и недорогое. Так, оглушители когда эти у вас тоже это проект следующий поступают в следующем году? Это уже не прототипы, они существуют, то есть они работают, они испытываются, доиспытываются. Надеюсь, может в скором времени порадовать. Это тоже он и немножко другая модель, а там другая. Да. Ну, надо как-то будет пострелять все-таки.
После того, как мы делаем специально изготовленный, радикально красного цвета. Ну вот, ну вот. Так. Так, если кто не в курсе из зрителей, это меня троллят все по поводу цвета моей винтовки. Исключительно из добрых побуждений. Нет, так я только за. Главное, чтобы было зрелищно и красиво. Ну, конструкция довольно интересная. Типа а-ля Сакум, да? Ну, или как там они? Тут, скажем так, такая конструкция, она, собственно, не является там особо новинкой. Есть некоторые нюансы ну, я же говорю, этой конструкции, да. Но тем не менее она известна. Хотя это не копия, это не... Да, да видно, что не копия, конечно. А сам глушитель двухкамерный, да, там набор сепараторов два потока. Я понимаю. Ну, такой диаметр как бы не тот самый, поэтому... Диаметр я, честно говоря, сейчас не помню, но порядка 40 ну, тут... метров. Да нет, здесь больше, сантиметров 6. Нет, не 6. Ну, 5 там, ну, 5. Что-то около 6. Да. Чудесно, будем ждать ваших новинок с нетерпением. Спасибо.